представитель Центрального банка Южной Кореи в четверг, как и ожидалось, объявил об удержании процентной ставки на уровне 3,25% из-за постоянной инфляции и распространяющегося влияния долгового кризиса еврозоны. Комитет ожидает, что темп восстановления мировой экономики будет очень сдержанным и считает высоким риск снижения роста экономики, в основном из-за долгового кризиса в Европе, вероятности обвала ведущих экономик, а также беспокойства на международных финансовых рынках. Южнокорейская экономика, четвертая по величине в Азии, расширялась с июля по сентябрь этого года немного быстрее, чем оценивали ранее. Однако на этой неделе данные показали, что внутренний спрос оказался ниже, чем ожидалось. Кроме этого, по данным Центробанка, в течение некоторого времени инфляция будет сохраняться на высоком уровне. Комитет ожидает, что темпы снижения уровня инфляции будут умеренными благодаря таким факторам, как повышение платы за коммунальные услуги и высокие инфляционные ожидания. В ноябре уровень инфляции в Южной Корее, который в значительной степени зависит от импорта энергии и сырья, превысил потолок в 4%, установленный Центральным банком.